Северу от юга. 5 тонн гуманитарного груза. Сегодня ночью автобус с продуктами питания, вещами и предметами быта прибыл из Южно-Казахстанской области в Кызылжарский район. От паводка здесь пострадали 9 населенных пунктов. Эвакуированы больше 1000 человек. Подробности в нашем следующем материале. Автобус забит до отказа. Внутри гуманитарная помощь, которую южане отправили северянам, пострадавшим от паводка. Инициаторами сбора выступила шымкентская молодежь. У нас есть беседа в одной социальной сети, где находятся все регионы. И я услышал, прочитал, что Южно-Казахстанская область собирает гуманитарную помощь и спрашивает, кому отправить. Так как у нас такая ситуация сложилась в регионе, я попросил, чтобы они отправили нам. Были подключены районы, молодежные ресурсные центры, а также все волонтеры, которые находятся там, а также Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова. Информацию о сборе гуманитарной помощи опубликовали в социальных сетях 19 апреля. Шымкентцы активно приносили продукты питания, деньги, вещи, бытовую технику. Не остались в стороне и бизнесмены. Фабрика «Балтекстиль» отправила североказахстанцам 233 ковра. В ресурсном центре создали специальный штаб и комиссию. Откликнулись очень много людей, много предпринимателей. Такая беда может случиться с каждым. Мы не могли остаться в стороне. Сегодня этот автобус приехал в Бисколь. Мы продолжаем сбор гуманитарной помощи, чтобы по необходимости помочь другим пострадавшим. Продовольствие выгружают из автобуса. Уже сегодня гуманитарную помощь передадут пострадавшим. В Кызылжарском районе из-за паводка в 9 населенных пунктах оказались потопленными более 80 домов. Количество людей 1204 эвакуированных, которым нуждаются вот именно в помощи. Я думаю, что эта помощь своевременна. У нас создана комиссия, членами комиссии являются 5 человек, у нас комиссия. И мы вот уже будем заниматься распределением вот этой гуманитарной помощи пострадавшим. Значит, уже в принципе списки сформированы тем людям, которые нуждаются. И сегодня буквально после обеда мы уже начнем распределять вот эту помощь. Всего из Южно-Казахстанской области привезли порядка 5 тонн гуманитарной помощи. Ксения Куценко, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.